Анатолий Туструков все-таки решился сегодня поехать. Большие у него были, конечно, переживания по этому поводу. Но вот ничего. Полетел Толян, все. Готов? Да. А ты что тут? Сальник пробило масло, напали, пируха, не едет.
куда девочка поехала. Там, это, ну, с пердящим паром, но можешь сам протащить. Сюда в лоб. Такая лотерея. Там вот Александр, все да. Нет. О, бля. Вот. А еще. О, спасибо. Yeah.
Что, цепь? Да не-не, я вон за ними поеду. А, там лучше. Давай вон Варвару обгоняй, Женька! Соперница ж твоя! Давай, газ цепа отпусти! Все, 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 спасибо.
не, нормально, нормально, отдыхай сколько надо. Я сделаю, не надо. Не надо, я все сделаю. Едь, давай, я зажарю, тебе присмотрю. Thank you.
Баги. Подожду Женьку. Ну а чё? Поддержки? Я со своей еду. Лидирует, Варвара сзади наступает на пятки. Типичная борьба на грани фола. В районе одной ошибки и все. Ошибаться нельзя. Собственно, чем заняться еще в воскресный вечер, день, воскресным днем, взять мотики и поехать с девчонками покататься.
Лера, день добрый. У вас, я смотрю, прям конкуренция на грани одной ошибки. Согласен. А я еду за вами, комментирую. Вот борьба, они валят друг за другом. Поедешь? Подожди, не рубись туда. Давай посмотрим, как они это делают, а потом заедем. Стой здесь. Поставь мотик, походи, посмотри, как кто заезжает. Иди к траектории выбери. Потом мотик таскать тяжелее, чем пешком пройти. Карельская рубилова. Жень, смотри. Вот где Варвара встала, туда и как бы его рубись. Я хотела по правой траектории. Но по правой. Кто сейчас отъедет мотоцикл какой-нибудь? Нет, ты не мотик скинул. А? Ты не мотик скинул. Вот на камень наесть. Да. Так что... Вот из-за нее прям вставай. Мужчины, пропустите даму вперед. Ага. Вот туда, за Варварой. Подожди, давай легкую девчонку затащим. Давай девочку пропустим. У них с Варькой борьба. Давай, лупи. Давай. Я всех держу тут. Хорош, давай, блядь. Девчонку надо пропустить. Вот, вот. Давай, давай, давай. Поехали. Не бойся едь, просто газуй. Да, Сашка, вон на корни въеби. Давай сюда веревку. Веревку доставай.
Да, Женьку затащим? А? Женьку затащим? Бля, давай, далеко она? И меня. Вон она снизу. Вот, пиздец, можешь тут всех затащить. А ты где сам-то, наверху? Я же? Давно наверху. Сейчас. Давай затащим меня и Женьку, и все, и класс. Вот Антоха еще внизу, Антоху берем. И Антоху затащим. Саню возьмешь, Женьку? Вот едь, блядь! Держи, мотик, чё ты? За веревку держи. Oh.
Руку, руку, ёб, ты погоди. Подожди. Вот туда-то встаньте, бля, по... Вы руль не сворачиваете. Ты в бок тянешь. Давай, держу. Водос скилует. Чё скажешь, Вадик? А чё ты по бронзе-то едешь? А там развилки-то не было ещё. А? Развилки не было ещё. Где? Я с Женей еду.
Я заснял. Опа, бля. Данила Чернеев, пожалуйста, второй круг. Я сам Коробов обогнал. Это. Да.
Не-не, я бронза. Я девочку жду, я бронза, я с ней еду. А, то есть не участвуешь? Не, я участвую. Мне пилот разрешил сопровождать девочку. Она едет в бронзе. Я понимаю. Вас водички нет, Сочина? А? Глоточек водички нет, Сочина? Еще есть. Тут вода, может быть, недалеко есть? Да, вот там будет шатер, и там внизу озеро. Спуститься надо будет. Ну, мы подняли воду с озера, если не выпили. У шатра есть. Можно привал сделать. Да. Там Сергей тоже будет разворачивать тебя. Не, не будет. Ну, ты тоже объяснишь ему. Так мы вчера с ним договорились. Нет, я Белокобыльский. А, этот, маршал. Да. Сейчас я девчонку дождусь. Вон она пилит. Как это? Женя. Вчера мы приезжали. Сколько километров? 7. Мне там дед 6 сказал. Я говорю, типа, мужа дедова позвали. А это какой километр? Ну, вчера это был 7-й до финиша. 7-й до финиша, то есть это 13-й, короче, получается. Ну, бронзы, одна, да? Треть, одна треть. А, ну нормально, доедем до финиша сегодня спокойно. Ну, 2/3 осталось. Ага. Много сошло со вчерашнего дня? Мы вдвоем только стартовали, да, много народу. Неподготовленная. Хотите вкусненькой водички сладкой? Нет. Она сладкая, задолбала уже. Грикоза. Да. А здесь тетерев, это куропатка была, мы пришли, спугнули. И сейчас я этих птенцов, вот таких комочки собираю. Они прямо на обочине, одного вообще закопали. Бросили?
Нет, она улетела, да. Бросила. Ну, конечно. Она тут пыталась нас увезти, раненой птицей. Так вот я их собрала туда, так они щебечут. А, вот это вот мапа зовут? Да, это они. Ну, сколько? 5 штук я нашла. Может, еще надо, не знаю. Изофар плохо, номера видно. То ли желтый, то ли зеленый. А. Такой момент уже. Опять же, кто желтый? Желтый. Вот четвертая. Mm-hmm. Она как бы, ну, только первый у нее опыт такой. Ну, я поняла. Я говорю, она так, пилот на нее смотрит, говорит, ты точно вот прям? Я говорю, я с ней поеду. А ты, говорит, в бронзе, в серебре же. Я говорю, ну, что, поеду с ней. Говорит, ну, ладно, терпим, зачтем тебе. Зеленый или желтый? Желтый, да, да. Сергей, сказать, что номера поярче, в следующий раз что-нибудь ходить. А здесь-то какая-то... Че? А, спортовая-то? Просто вот так вот. Жесть, как они там поднимаются? Я не знаю, они роботы, они уже второй круг поехал человек. Вот мне тоже показалось, что я видела. Коробов, вот второй круг сейчас поехал. А какой у него номер? 23, зеленый. А, нет, 23 я не видела. Ну вот, только передо мной проехал. Да? Да. А так у шатра остановитесь, вы как раз мимо него будете проходить. И вниз можете сбегать. Это, там, это и водичка, и озеро. И... Там, я думаю, что вчера... Бронза, да, бронза это была вечером. Уже под конец финиша они только появляются на первом круге. Думаю, где они так застряли? А они там у озера тусили. Давай гамак натяну, даже. Сейчас на всякий случай не тяну, а вдруг кто без тормозов будет лететь. Не слышали тебя? Собаки. Там двое без мотоциклов пошли вниз. Не знаю, видишь, снимать или что. Ну, эвакуация нет. В общем, гуляют двое по лесу. По золоту пошли. Таблички только здесь, а как они там вниз? Что? А, вниз там... Нет, я думаю, золото. Сюда они пошли. Они золото вот это вот? Да, вот оно. Они тут немножко встречаются. Там вот расходятся, вон опять встречаются, опять расходятся. Они как бы вот... Ага. О, маленькая тарахтелка. Иди такая. Один тут вообще меня удивил. Я вижу мотоцикл, но я ничего не слышу. А, на электрическом. Я ничего не слышу. Я ему тоже, ты говори, хоть делай, хоть, а то не вообще не... Что за самокат? Вообще обалденно. Электричка. И вот наблюдаю за этими гонщиками, одни едут просто вот лайту, а так тух-тух-тух-тух-тух, улетел бабочкой. Другие тяжело как-то и поднимаются, то ли техника. Техника говно, конечно. Китайская вот. У кого-то, я говорю, просто как бабочка порхает. Подвеска все отрабатывает просто. Легонько, тихонько, а кто-то прям в надрыв идет. Да. Каждый для себя выбирает. Ну там по деньгам, короче. А, конечно. Ну да.
Толкни его просто вперед. Чего нет? Ну давай сейчас поднимем. Чего ты? Я умираю. Ну не умирай ты, чего ты? Давай, это сейчас мы загородили тут все. Умирай где-нибудь в другом месте. Надо через дерьмо было.
Ха! Ну что, звери, пришли на водопой? Ништяк, слушай. Вообще по кайфу. Дальше не ехать. Так, подержи вот это вот так. Туда, на меня. Вообще, огонь. Спасибо. Фильтратор воды-то набрать. Вот, вот это правильное решение. Так, советы и наставления от тренера. Сейчас будет сложная горка, где я сломал лапку тормоза последнюю. Это, да, так, продолжай. Вот. Там уже есть? Нам не лапка. Там, то есть, есть уже лапка запасная на той горке. Жень, как ты? Чуть-чуть посложнее. До сюда было. Нормальный кантрикос? Легкий кантрикос. Вот, вот отсюда я уже как бы ехал без тормозов и доехал все-таки, а там бы я да не... Да ты вообще без тормозов, парень. Отстань. Так, эндуристы на водопое. Эти эндуристы бегают по лесу и иногда выходят к озеру. Вот это вот. Ведут себя дружелюбно у воды. Да, я сопровождаю. 29, да, да. Медальчик тебе подготовил. О, класс. А? Не, я ее сопровождаю. Я Женю сопровождаю. Я понял, а вот ты отметил, как я протоколил? Пилот знает.
Ну едем, едем, да, нормально. Все, проветрились вроде. Мне кажется, вот здесь. Блять. Подожди, сейчас вытащим. Сама. Так и едь, нормально. Блин, какая-то хуйня попала в ботинок. Встань с краешку, дай ему подосты чуть-чуть. По центру. А я попробую.
Вот сюда. Вот сюда есть. Передачу включи. Передачу включила. Что-то стряло. Отпусти, блядь! Передачу включи! Что? Передачу включи! Пиздец. Передачу-то включи! А, у тебя цепь слетела! Слезай с мотоцикла, глуши! Блин! Давай, вперед, тяни его. Давай, давай, давай. Подожди. По центру вот здесь едь, ты чё? А? Вот здесь чё ты? Я смотрю, вы ковыряете, думал объехать. Не-не, вот по центру, по бревнам. Хуя ты, бля, дал. Спортсмен еще называется. Я хотел объехать. Давай, спортсмен. Спортсмен уже заебался там, если честно. Просто вообще не выносить. Заведешь и сюда, попробуем наверх. Наверх его. Переднее колесо вытаскивать. Еще тяни, блядь. Опа. Ой, я он у тебя. Че это он сделал? Ну, прилипло, сука. Оп, погоди, погоди, погоди. Раз. Подожди, подожди, дай морду занесу, поставим, и уже проще будет. О! Пока она не всосавшаяся, бля. Погоди, давай. Давай! О, бля. О, все. Давай, давай. О. Вот здесь, вот по центру, и, или налево, или направо там проедешь. Второй круг ты едешь хоть, не? Да. А, ну не торопишься, знаешь. Устала? Жень, устала? Ну едем. Да, да. Давай, давай.
Ну чё ты? Все нормально, едь, не гони, у тебя фобия. Да, по-другому. Чё? Показалось, едет как-то по-другому, но надо. Стой, надо вот эту лямку завяжи, что вот которая. Скажи, а сколько? Половина. Половина это хорошо. Половина это хорошо. Это уже не треть. Так, помоги мне, пожалуйста, ты сейчас разобью просто всю бутылку. Скажите, где какая-то общественная вода? У тебя будет этот, родник. Или? Родник, да. Там написано? Да, там девушка разбивает. Когда? Здесь... Надо учиться не газовать. Он просто жрет ее. Как вообще, не знаю. Не в себя. Да это я газую много. А ты всю ту бутылку вылила? Давай в ту перельем. Женька, проехала! Женька.
Давай, занимай уже лыжню быстрее. Давай, 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 давай. Смотри, как Янчик сейчас покажет. Так же, да? Yeah.
Что, ехать можешь нормально? Стоим? Давай. Поставь ногу, ногу поставь. Поставь ногу. Thank you.
Если будешь стоять, лучше уйти с тропинки. Стоим? Стоим? Да, давай, давай, нормально.
Ну ты отойди хотя бы. Вот здесь ты же заедешь. Разгона нету. Сейчас 3 секунды, погоди. Ебаный ты в рот. Ты не туда едешь.
Вон объезд. А, ты все? Постоять? Стой! Yeah.
Понятно? Понятно, ничего сложного. А? Ничего сложного. Ну, езжай, езжай, сейчас я покажу. Вон тут кто-то уже с малины косил. Нет. Чего ты придумала? Ну так-то да. Плохая палка, убери ее. Да убери ты ее нафиг вообще. Все, не надо ничего. Так нормально будет. Конечно, он, блядь, сам залетел. Ну, вот, ёб твою мать. Давай там прям просто раз. Вот в эту палку. А. Жень, давай, то мы так едешь? У нас вообще офигенно конкурсы. Вот в эту палку едь. А? Ну, Жень, давай, ну что? Давай, давай, проезжай, я подожду. Что надо, подтяну. Давай, давай. Страшно. Исы. А я тебя поймаю тут. Стань бревно. Да, 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 давай. Тихонечко, просто въедь в него и все. Ой, блядь. Глушак я что-то подсвернул. Спасибо. Слушай, у меня тут ничего не дают. Я еще долбанулась. Давай вывезем. А, вот эта штука слетела. А, ты да. Не, есть, нормально. Давай, поехали. Вывези ее. Не-не-не. Ну да, вывези отсюда. А там я сделаю.
Жень, за колесо возьми и кинь его туда просто. Кидай прям на бок его туда. Давай. Во. Первое надо было включить. Все, там больше сложного ничего не будет. Давай, давай, давай. Не думай. Вот смотри, колесом вот туда бьешься. Давай, давай, давай. Едь, едь, по дороге отдохнешь, едь.
давай, давай, давай. Но. Нормально? Что спросил? Жива. Живая? Поехали? А. Перспективы лес. Вот через два.